Пензлечком, бачите? Бачите, не лопатою, нічим. Ні, такою щоточкою. А я знаю. Для чого це потрібно? Щоб не пошкодити. Не пошкодити. Во-первых, щоб не повредити. Во-вторых, кожна находочка повинна бути на своєму місці. Чому? По кожному виду находки ми можемо зрозуміти, що їм робити. Резали м'ясо, чистили шкуру, резали какой-то кусок дерева. И вот в зависимости от того, как они у нас находятся на раскопе, как они лежат друг относительно друга, мы можем точно сделать заключение, что это было. Вот мы расчистили маленький участок. И вот совсем маленькие, это маленькие сколы, которые получались при изготовлении каменных руд. То есть брался камень, бился в другой со страшной силой, получился острый-острый скол, которым можно резать мясо, шкуру, все что угодно. А вот эти вот маленькие щепчики,